Всем привет! На канале это небольшой совет о программе Vegas, который подходит для любой его версии и связанный с тем, что часто у пользователей видео или аудио перемещается на таймлайне покадрово. Как, например, вот сейчас в моем случае. Вы видите, что у меня видео перемещается именно покадрово, то есть по вот этим вот меткам на таймлайне. То есть, соответственно, когда вы хотите синхронизировать с разных устройств аудио и видео, то возникают вот такие вот проблемы. Чтобы видео и аудио перемещались плавно, необходимо нажать комбинацию клавиш Alt F8, либо же нажать пункт меню Options и здесь снять галочку с пункта, который называется «Квантовать покадрово». И, соответственно, у вас видеодорожка будет перемещаться плавно по монтажному столу, и вы ее, соответственно, можете синхронизировать с любыми аудио и видеодорожками. Зачем вообще нужна вот эта опция «Квантовать покадрово»? Дело в том, что бытует мнение, что при редактировании видео по субкадрам могут повылезать разные артефакты и прочие задвоения видео. Лично я таких проблем в монтаже не встречал, но получал сообщения от некоторых подписчиков, что были из-за этого проблемы. Поэтому учитывайте эти обстоятельства при подготовке ваших видео. Кому видео понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем до новых встреч!